Секрет. Почему секрет? Просто сообщу, что это будет команда центрального аппарата Сбербанка России. Они сейчас уже начнут готовиться, видите, все очень глобально. Я вам открою теперь секрет для себя. Я не был ни на одной репетиции и не видел, что будут делать эти люди, но уверяю вас, глобальность и грандиозность данного проекта имеет место быть уже только вот потому, что никто так не делает, они уже это сделали. Итак, я думаю, времени было достаточно, чтобы приготовиться. У нас строгий регламент, все люди серьезные. Давайте определяться. Итак, дамы и господа, буквально через несколько секунд под ваши бурные аплодисменты мы начнем выступление команды центрального аппарата Сбербанка России. Так, давайте, вы начинаете аплодировать, а я объявляю команду. Итак, встречайте. Команда центрального аппарата Сбербанка России. Могу только добавить единственное, так, чтобы не закрывать. Итак, все, что вы увидите, это Сберегательный театр России. Мюзикл «Алмазные подвязки» или «Мушкетеры 400 лет спустя». Центральный банк Сбербанка России. Поехали. Центральный аппарат, прошу прощения, не ругайтесь. Центральный аппарат Сбербанка России. Поехали. Кое-кто пытается утверждать, что знаменитая история с алмазными подвязками произошла чуть ли не в Париже и даже в Лондоне. Мы не берёмся с ними спорить. Однако факты говорят о том, что все это случилось у нас, в одном из городов нашей необъятной Родины. Не верите? Тогда смотрите и слушайте. Сбербанку искренне верна. Картин малых ветреных, мне правда очень грустно, но страсть уже не Людовика смешна. О, пощадите, прекрасная Анна, я вас безмерно люблю, как никто другой. Все это право, Париж теперь странно, а по-большому это грустно, дорогой. Ах, кардиналов, рад. Просто рад. Ну, как поживает ваш банк. Ваше Величество. Оставьте, ну что это за чинопоклонство? Вы, можно сказать, чисто друг, управляете, можно сказать, таким банком. Попроще, кардиналов, попроще. Ну, что там у вас? Людовик Павлович. Да. Я к вам с неприятным напоминанием. Какое? Сроки кредита истекли, я вынужден вас просить вернуть долг. Ну, через пару недель я к вам заеду и все возвращу. Боюсь, я не могу ждать. Дела, знаете ли. Дела? А ведь говорила мне жена, бери кредит в Сбербанке.
Завтра же вы все получите кардиналов сполна. Вы уверены? Слово олигарха. Да я заложу алмазные подвязки своей жены, лишь бы избавиться от вашего присутствия. Уж не те ли подвязки, на которых она была на последнем балу в Сочи? Те, те. У вас ко мне еще что-нибудь? По моим данным, алмазные подвязки из Сочи не возвращались. Они оставлены вашей очаровательной супругой в качестве памятного подарка. Неизвестно кому. Это шутка, вы шутите. Это легко проверить. Прикажите Анне Михайловне на ближайшем балу в Тольятти быть в подаренных вами алмазных подвязках. Пошел вон. До завтра, Людовик Павлович. Слово олигарха. Констанция, кто там еще? Людовик Павлович, ваша жена. Жена очень кстати. Впустите. А Сочи глухнем, и ждать спасения нет причины. Желаю без проблем, но как же мстительны мужчины. Надежды никакой, и вижу я с тоской. Вокруг одну вражду под маской лести. Умру в рассвете лет. А для Сбербанка что дороже чести? А, Михаил, что с вами? А, это вы, Констанция? Я в сапоге. Муж требует, чтобы на балу в Тольятти я была в подаренных им алмазных подвязках. А не в Сочи! Так получилось! Ну, вы меня понимаете? Да, Михаил. О, если бы нашелся человек, способный постоять за честь женщины! Такой человек есть! Он служит в охране Сбербанка. В охране Сбербанка! В охране Сбербанка! Он смел! Он настоящий лев! И может пожертвовать для меня своей жизнью! Для вас! Для вас? Для вас! Вряд ли. Но ради меня он готов на все. И как звать этого сумасшедшего? Д'Артаньян! Д'Артаньян? Какой страны? Он что, гасконец? Что вы? Наш, наш. Можно подумать, Харатьянов, Петросянов, Джигарханянов, французского происхождения. Ну что ж, я доверяю вам огромную тайну. Не волнуйтесь, считайте, что подвязки уже у вас. На Д'Артаньянова можно положить. Гроза, десять шпал, не страшней ваших ванностей. Знаю, Сочи очень круто. Я волна, лишь ваша немила страшна. Там рам, лёг одна. Сердце злом не надо, мы
Я к вам сюда, как велите мне быть, я не знаю, королев. Я судьбу вам доверял, даю свою, а я вам слово Сбербанка даю. Станьте банковской почтой моей, первый помощь, ты будешь ей. Королева от нас, жертва злобной малы, помогите же, юный мой. Я ваш сочек, евро, как велите мне вы, я не знаю, королев. Ла-ба-ба-ба-ба, 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 ла-ба-ба-ба, ла-ба-ба-ба. Константин, я привезла вас свои подвески из Сочи. Чего бы мне это не стоило? Мой друг, если вы решили пожертвовать своей жизнью, вам ничего не остается, как взять меня с собой. У меня со смертью особые счеты. Да! Конечно, Атосов! Вдвоем мы управимся гораздо быстрее. Минуточку, господа! Вы забыли обо мне! Давненько я не попадал в переделки. Руки чешутся. Если вы, Д'Артаньянов, обещаете трехразовый питание, три раза в день, поверьте, эти руки не подведут. Да, конечно, Портосов! Да я выпрошу руководству Сбербанка шведский стол три раза в день. Если в теле замешана женщина, сможете ли вы обойтись без меня, господа? Ни за что не обойдемся, Арамисов. Друзья мои, нас ждут серьезные испытания. Ходи за всем! И все за одного! Якутия, Карелия, Урал и Сахалин. Не стоит поддаваться на обман. Есть друг из молодежи, и этот друг один. Голландцевый, фиолетовый, учтивый, приятный. И все его зовут Сбербанк. Тольятти, Мурманск, Вологда, Москва, и Амстердам. Достаточная надежды на карманы выпадет, чтобы Артуре и Богу не даваться. Но есть на белом свете, но есть на белом свете, пока на белом свете есть Сбербанк. О, Сбербанк! Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Сбербанк. О, Сбербанк! Пока на белом свете, пока на белом свете есть Сбербанк! Шах и мат, госпожа Королева. Ошибаетесь. Противник жертвует конем и уходит от расплаты. Это вы, миледи? Вашим планам не суждено сбыться. Если, конечно... Договаривайте. Если, конечно, не вмешаюсь я. У вас появился достойный противник. Этот охранник Сбербанка, Д'Артаньянов, и его друзья. Атос, Портос и Арамис. Легендарная четверка. Что вы хотите? Денег? Нет. У меня другие планы. Бен-Бен-Дуль, он достоин более проницательной супруги. Королева не пара такому видному бизнесмену. Ему нужна... Вы! Угадай. Жертвуем пешку, съедаем коня. Длинная рокировка, слон на G7, ладья на E4, пешка прорывается в дамки, а вот теперь... А вот теперь шах и мат. Констанцию я беру на себя. Д'Артаньяну придется вернуться прежде, чем он доберется до Сочи. А впрочем, помешайте ему.
любыми способами. Удачи! Дьявол в юбке! Тогда еще мы вместе, и белые светы, дело чести, девиз наш все за одного, и в этом наш успех. Я задержу их, из чего? Память везла три монеты Сбербанка России. Залетай, а то не успеешь. Давай, давай, давай. В порядке общей очереди, приятель. И вот втроем уже у нас потери. Ведь жизнь дуэль, чего же мы хотели. Девиз наш все за одного. Только в Сбербанке России честная лотерея, сопутствует вам удача. Открой слово и заплати за лето серебряный автомобиль и застрахуй. Только двое, но кто же настроение роковое, девиз наш все за одного, и в этом наш успех. До меня дошли ужасные новости. Ваша Констанция в опасности. Констанция? В игру вмешалась одна моя давняя знакомая. Чуть больше 20, таких изысканных монет сегодня не найти. Саду как крепкая семья, и от любви как пьяный я. Есть в нашем банке кабинет. А я на тот призывный стоп рвал скань с ее плеча. И платье с плеч ползет само, а на спине горит лицо. А вот чтобы мостов и вот там лилия цветет. Госпожа Атосова, Вадим Сизов! Ни о чем-нибудь там не волнуйтесь, друг мой. Вы должны доставить подвязки. А, какая изящная вещица! Браво! У вас отличный вкус. Это пластиковая карточка Сбербанка России. Она ваша. Что вы? Это подарок. Вино? Я так быстро пьянею. Это курьезы вообще-то.
Еще глоточек. Какая прелесть. Вы так и добры. Вот и все. Девочка моя. Не ждали? Вы? Больше вы никому не причините вреда. Леди, леди Винтер, госпожа Атосова. Вадим Сизов! Слишком поздно. Компанты! Вы привезли подвязку, Д'Артаньян? Да, не у меня. Обратно летел самолетом. Боюсь, вы опоздали, мой друг. Констанция, она отравлена. Идти мы будем с авансом до зарплаты. И миг любви, и миг святого пыла. Рука считала, а душа любила. Все это не чета простой удачи. Была любовь, было все иначе. Стою среди друзей я как в пустыне. И что мне от любви осталось ныне? Только любви. Констанция, Констанция, Констанция. Констанция! Ну зачем так кричать? Д'Артаньян, а вы разве еще не строчили? Не просто погубить русского человека каким-то бургундским. Бери крепче! Вы разоблачены, сударыня. Вами мы еще займемся. Поспешим, друзья! Королева на балу в Тольятти будет в алмазных подвязках. Один за всем! И все за то! Я доказал, я чиста, предмужа. Я вам не кровавый, а вы подвластны сплетникам досужим. Потери не рубля, потери не рубля. Вот так вот, вуаля! Паш, я больше не такой. Мы выбираем Сбербанк России. Я выбираю Сбербанк России. Вот так вот. Валера! Ваше право верить, что произошла на Париже и в Лондоне. Но факт. Thank you.
Сбербанка России.